Все состоялось. Крупная есть, я одну подержал, дал Славке вытащить. Он говорит, ушла. Вот. Но потом он одну вот вышел, вытащил, ну, настоящую, хорошую, вот такую. Остальные, вот, мы их ротанами назвали. Так что, я думаю, Рома поймет. Я думаю, все поймут, о каком Роме я говорю. Мы просто с ним перед поездкой про тему ротанов что-то обсуждали очень активно. Он сообразит. В общем, ловили кумжу и ротанов. Команды, что помогать? Ничем. А? Ничем. 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 Едем на два дня. Цель у нас кумжа. Так. Ну что, Видочка, все уже села. Сейчас мы с тобой сюда засядем. И будет нам тут Ташкент. Нормальненько все стоит, да? Да. Но понеслась. Слушай, а червячки-то? Доклики? Нет, это самое то на крючок. О, хорошо. Не надо отрывать ничего. Хорошо. Вот поплавок, видишь, стоит. Пока да. Вот сейчас мы опять опускаем выше. Его. Оп, а опять все равно стоит. Еще, ты посмотри. Слушай, тут глубина, надо было туда немножко тут взять. Можно, но... да. Тут можно утонуть. Ну ладно, это потом. Оп, все. Все. Ниже. Делаем. Оп, стоит, да? Да. И вот берешь. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Это 40 сантиметров. Ну 40. Ты все равно немножко притопишь. И грузика спустил. Сейчас будешь спускать, да? Грузик. Вот о, он. Все. Вот он. И грузик. Вот, беру, мотаю. Я тебя понял. Так. Вот на. Удочки у тебя какие-то, я таких в магазине-то не видел. А это знаешь, деревяшки откуда? Я не видел таких в магазине. Так ты не увидишь, это деревяшки, знаешь, двери раньше оббивали. Входные. Понятно. Но вот. Двери мы ставим на щук. Ну а это? Это на это. Поставили. Так, давай эту методу. Резиночку сейчас мы снимем. Как ты говоришь. Вот она, и сюда ее. Так. Там он высунется. Так. Червяк. А подай сюда. Ляпкина, Тяпкина. Есть смысл? Попробуем. Попробуем. Да, ветер пока не стихает. А? Снега много, смотри, он по колено. Лопату давай и бур. Хорошо, сейчас даю. Четыре удочки поставим, больше не надо. Может, крупничок какой? Нет, тут крупника не будет, такая. Ну, до полукилограмма. Килограмм будет и все. Килограмм полтора? Но вот крупника не будет. Ну, хоть в тишине побыть. Ты это самое. Фу. Сделай загородку. Чуть-чуть. Делаю. Задувает. Поэтому надо делать вот такой вот заборчик. Слушай, ну мне как-то больше верится в мелкие озера, чем вот в крупные. Но верю в твои прогнозы. Вот. Правда, почему-то мне запретил мои снасти ставить. Никудышные. Как это никудышные? Чтобы они были никудышными, их надо проверить. Нет, я уже проверял такие. Ладно, Слав, я тебе доверился. Проверяем твои снасти, как они работают. Первый раз ловлю на такую снасть. Гуру объясняет, что должно клевать.
Ну вот прошел час. Чай пьем. Пока тишина. Никто не кричит там, что клюет. Должна быть рыба, но рыбы нет. Глубина, кстати, в озерах до 2-3 метров. На ямах. Мы там и стоим. Никого нет. Совсем другая природа. Никаких сосновых, еловых лесов. Березняк, кустарник. Голые эти самые. В общем, это тоже Кольский полуостров, но совсем другая луна. Обратная сторона луны. Леш, тишина. О, Груза говорил. Я говорил, что сомневаюсь, то, что здесь есть рыба. Ладно, посмотрим. Ну, поехали тогда. Поехали. Поехали. Так, завожу барсика. Заводи барсика. Я сейчас ботиночки почищу. Пошли на второй заход. Пошли на вечерний, предвечерний. Предвечерний променад. Ну, надо проверить, конечно, что. Раз уж поставили. Еще 2-3 раза. Да. Ну, пару штук надо снять. Не. Больше? Больше. Больше? Больше. 5 штук. Больше рыбалки? 5 штук. Больше рыбалки? 5 штук. Тогда бери лопату, черпать будем. Лопата не будем черпать, на твою. Моя маленькая. Моя побольше. Ой, лунки замерзли, да? Ну, слушай, да. Это за 3 часа, да? Да, подмерзла. Причем без пешни-то уже никак. Вот, еще одна. Полянка. Кидай. Ага. Все, пошли дальше на рыбалку. Ну, здесь вот пусто, вот он. Вот он стоит, поплавочек. Нетронутый. Ну, что там у тебя? Ну, наконец-то, да? О! Неплохой. Неплохой. Вполне себе. Смотри, сколько удочек у нас уже? Ну, много уже проверили. 9. Смотри, как она лунка ушла. Ух ты, ух ты. Есть. Леша, рыба! Да какая рыба? Леша, рыба! Ладно, давай. Леша, нету ничего. Да брось ты. Ты заведи лунку. Стащила, видишь? Ну да, крюк. Стащила. Крючок и чистый. Да. А была ведь, зараза. Слушай, ну пусть растет. Пусть растет. Еще вот одна не у хватало, тебя здесь. Хватало, да, хватало. И я пошел за вон те две проверять. Потому что, если я не проверю, никто не проверит. Слушай, но все равно, Слава, нелегкая эта работа. Это все разговоры там. Все это легко. Водку. Какая водка? Я даже забыл, как она пахнет. И вот крайняя лунка. Хотелось бы. Так. А и тут то же самое. Вон он, аж прямо аж наверху. Да. Да, вот так вот. Тут такое дело, мираж просто какой-то. Вот мы сейчас едем в ту сторону. Ручей из одного озера впадает в другой. А вот такое ощущение сейчас едем, как будто бы каждое озеро все ниже и ниже. Я не могу понять, почему это мираж такой. Реально, вот как будто бы вон там те... Вот там белеет, а там еще дальше вот по той сопкой озеро. Они вот как будто вообще ниже. А ручей течет оттуда. Да, да. Давай, тащи. Сейчас. О, о. Сопротивляй. Отлично. Вот она. Отлично. Смотрю себя. Сейчас посмотрю здесь. Пока я не вижу поплавка. Слушай, ну тут, конечно, уровень воды поднялся. Слушай, я тоже не вижу здесь
Я не вижу поплавка. О, сидит. Сидит. Лёшек поймал, да? Да, отличная такая рыбка, кстати. Отличная рыбка. Ты посмотри, какая красавица. Красавица, да. Как она тут плавает. Не, ну это вообще. Рыба есть. Просто ее надо уметь ловить, Лёшек. Правильно я говорю? Ну да. Темненькая кумажечка. Получу, конечно, я за размерный ряд, но это, ребята, это же не мы выбираем. Мы пришли за крупной. Она садится, да, садится вот такая вот. И она заглатывает, видите? Все равно придется ее скрывать. Ничего не поделаешь. Вот смотрите, ее тут, ее не отцепить никак. У нее, она заглотала. Заглотала. Нет ее здесь. Так что я даже сейчас выключу камеру. Потому что, ну, она заглотала так, что ничего не сделаешь. Ну что, еще одну поймал? О. Вот и надо. Так это сейчас получилось еще 4. Там, да. Там 3, здесь 1. Там тут... 5. Ну так, потихоньку, сейчас приедем. Уже на кастрюле набрали. Чайку попить придем. Да. И посчитаем. Лошенька, вон. Ну, это хорошая, да, кумжонка неплохая. Кумжонка, да. Она кумжонка. Смотри-ка, ветер затихает потихонечку. Да, потихонечку. Да, и жизнь налаживается. 100 грамм хряпнем, и ветер успокоится, и рыба пойдет. Да, Вигусь. Ну, в принципе, неплохо съездились. Мы только приехали. Мы только донки, удочки поставили. Да, я тебе о чем говорю, мы только приехали, Леша. 49. Ну сколько мы? 4-5 озер мелких мы маленьких окучили. И в итоге, пока ставили, вот результат. Вот такой вот результат. Заглатывает целиком, поэтому отпустить не представляется никакой возможности. Кажется, что отдыхаешь, а на самом деле работаешь, да, Слав? Да. Отдых, отдых. Приехали. Лида, приехали. Налево, я направо. Давай. То есть, ты куда пойдешь? Я направо, ты налево. Смотри, вот в обед ставили. Все перемело. Сейчас будем чистить. 2 часа, смотри, как тут все застыло. Хотя нет, больше засыпало даже, чем... Так. О, здесь рыба есть точно. Хорошая? Да не знаю. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, получше. О! Слушай, ну это уже хорошенько. Ты смотри, какая штука. Это уже да. Эту такую и на спиннинг легко таскать. Точнее, не легко, а интересно. Да не грех. Смотри, какая. О, хорошо. Слава там. Третью лунку уже проверяет. Нету, говорит. А здесь вот я снял. Очень красивая рыба. Причем такая активная оказалась. Вон аж. Ой-ой-ой. Так. Остра. Удочку, смотри, тащит. Тащит? Тащит. Так, начинаем. Подъем. Подъем пошел. Давай только без юмора. Хорошая пошла. Хорошая. Опа! Красота какая. Ой, желтенькая такая. Этот самый, форелька. Боевая форелька. Форелька зачетная. И крючок с красным червем. И все. Нет.
А что еще? А, да, крючок с красным и этот самый, твой-то этот красный. Как... А, искусственный мотыль? Искусственный мотыль. Я тебе о чем говорю, что сразу клюет. О, пошел вниз. Ну нормально. Вот она. Вот теперь снимай ее. Вот и отпускай. И вот такую теперь, да. Да, отпускаем, конечно. Теперь да, уже все, теперь отпускаем. Это больше, да, мы больше отпускаем, конечно. Слушай, ну это уже вот взяла сходу. Да, вон. Только-только отпустил. Да. Блин. Тихо, не торопи, не рви губу. Так не рву. Губу не рви. Вот она. Да. Пошла она. Татьяне покажу. Скажу, вот он как разбазаривает. Слушай, что-то вот когда холодно, надо орать. Вот громко говорить, двигаться, толкаться. Все-таки ветер такой мерзкий. Это тебе не наша финка с еловыми, сосновыми. Да. Слушай, я вообще какой-то весь обмороженный. Да ты всегда такой. Как она прямо ж туда. А что это? Мне показалось, как пошла. И нет. Ну просто парочка была. Парочка, думаешь? Да. Шерочка, смашерочка. Ну, долго ждать. Вставай, рыбак. Ну, чудненько, да? Смотри, одна... Не, ну у тебя-то я понимаю эмоции. Нет. Это же не просто окушок. Да. Это не ротан какой-то. Опять еще одна! Ну ты даешь, Слав! Остановись! Хорошая. Да. Ну тоже разделывать пришлось. Ты видишь, рыбка в ней, да? Во рту рыбинка торчала. Хищник. Его ничего не остановит. Да, ничего его не остановит. Ну были сегодня уже такие, но были желтые. А это даже вон, смотри-ка. Вот еще яичница должна быть. Слушай, ты мне не говори про еду уже. Я так есть хочу. Да? Да, ты же меня целый день вот таскал по этим буеракам. Одну капусту едим. Капусту. Да, и красную, и зеленую, и желтую, и острую, и сладкую, и с тмином. Смотри. Что там? Оп, ушел. Идет? Это мне показалось, как клюет. Ушел, пришел. Так ты ниже опустил. Куда еще ниже-то? Ниже. Он пошел. Пошел. О, какой он пошел! Во! Вот это молодца! Я тебе говорю, клюет! А я тебе говорю, надо сесть и поблеснить. А ты говоришь, нельзя с твоими удочками. Нет, с моими удочками. Не клюет. Да мы бы ловили, знаешь, нет, тут. Лешек, ничего бы не. Слушай, ну это желтенькое, смотри, надо какое. Просто иметь терпение. Ну а ямка. Ямка уже появилась. Аккуратно. Утоплен? Тут всего две удочки. Да. Одну ты снял зря. А? Зря снял. Не, я там снял правильно, там как раз свал. Ротан. Мелочь. Понятно. В общем, угомонились мы наконец от этих поездок. Вот залезли наконец в палатку. Легли на раскладушке. Да? Ну, подключили свет. Все это как надо. Спальник на спальнике и спальником погоняет. Ну кому спальников мало. Вот тут еще есть живое одеяло. Доброе утро. Это... Проснулись. Вся палатка заморожена от нашего дыхания. Вон они, какие капли. Они сейчас начинают таять. А что на улице у нас сегодня? Нормально. На улице, видишь, нормально. Славик, он уже в открытый космос вышел. Ну, нормально.
Ух ты! Здесь сидит. Только тут ее прокачивать надо. Она очень неплохая сидит. Давай. Прокачивай. Давай, нет, давай, держи. Я тебя лучше сниму. Ну ты аккуратненько. Чувствуешь? Какой ушла? Она сидит. Слушай, ну там сидела вот действительно за киложку, точно. Да? Ну а тут. Ну вот видишь, я говорю тебе. Я взял даже. Поверзает очень сильно. Сломали одну пешню уже. Осталась одна. Теперь ходим вдвоем, проверяем лунки. Славка долбит, я чищу. Буринчик пятой категории. Тащи. Да, лед-то промерз. Сантиметров на 5. Заводи. Что я хочу сказать? Что, хорошая? Ой, какая. Ай, бойкая. Сама выпрыгивает. Отпускай тогда, давай. Вида пришла посмотреть, да? Скажи, Вида, ну что это такое? Ну-ка, давай. А то я там тоже держал хорошую. Прыгает, да? Ну она активная любая. Как по весу. Смотри, она тут затянула тебя. Закрутила. Закрутила. Потом распутаешь, что? Давай. Даю. Ну, да, уже получше. Да. Сильная. Да, красава. Да, вот такая у них. Смотрите, какие пятна редкие. Редкие пятна. Хорошие. Почистить. Дай. Чтобы она не убилась. Не убьется. Опа. Завести надо. Очень хорошо. Очень хорошо. Хорошая. Главное не форсировать последнюю рукой. Слава. Блин, вот это правильная рыба. Блин, настоящая. Вот это кумжа. Темная. Вот это. За такую не стыдно. За тех, честно говоря, стыдно. Но не мы выбираем, а нас выбирает. Вчера, кстати, здесь была самая крупная. Помнишь? Почему я говорю, что вот подтягивает вот этот ледок. Помельче, вода проступает, а течение сюда загоняет, и она пасется здесь неплохо. Ну вот, рыбалка закончилась, 2 дня. В общем, что хочу сказать. Значит, результат такой, новая, интересная для меня рыбалка. Вот я сейчас ловлю на свою удочку, вот поплавок, мормышка, мотыль, опарыш и даже червяк красный. Значит, результат пока никакой. Ни одной поклевки на удочке. Работают только самоловки. Специально остановился, Славка поехал снимать на озерах то, что мы ставили, такие же поставушки. Сейчас приедет обратно, я пока пытаюсь поймать что-нибудь на мормышку. Ну, не поклевки. Вот. А я уверен, сейчас вот подойду туда и на самоловке будет сидеть. Рыбку раскидали, поделили на несколько частей. Мелкотня, хорошенькие, супер монстры. Все, всем удачи, до следующей поездки. Приеду там в 3-4 дня отдохну и, наверное, поеду уже за окуня. Вот. Будьте с нами, больше рыбалки. Всем привет, здоровья.